Ну, всем привет. Карта ЕСТЕРН. ЕСТЕРН. Изи. Или как-то так. В общем, посмотрим. Карта до 12 фермы. Автор, получается, вот этот... забыл, короче. Ну, в общем, карта польская. А раз карта польская, то вы сами понимаете, чего от нее ожидать. Я думаю, что карта классная. Даже по скриншотам. Я ее, кстати, ни разу еще не запускал, поэтому мне даже интересно. Просто по скриншотам она выглядит круто. Но тут, скорее всего, никаких производств, чисто сельское хозяйство. Вот даже по этому скриншоту видно, что что-то, блин, что-то прямо интересное, наверное, будет. Но она напоминает одну карту, которая есть вот там 500-600 мегабайт, которая дорога еще вокруг карты была еще такая. Но карта весит, по-моему, 300... Нет, по-моему, 270 мегабайт, поэтому... Ну, польские карты, они очень мало весят. Тут в основном и объекты такие все свои. Ну, короче, сейчас посмотрим. Здравствуйте. Ага, я приехал на остановочку. О, ни хрена тут. Я ж говорю, мне по скриншоту. Вот это поля, вот такие поля я реально давно не видел. Ты посмотрите на длину. Тут смотрите, сколько... А, это же не мое, да? Ни хрена тут цена какая. Что-то аж... Вот, конечно, вот меня вот это вот все немножко... поднапрягает, не будет ли это все FPS садить, то, что все собрано в одном месте. Окей, вырубаем дорожный... Нет, автозапуск, дорожный оставляем. Так, техника у нас есть. О, нифига, Вальтер даже такая зелененькая. Пент. Фергюсон. Это что, у нас хранилище такое? А, да, хранилище. Мух слышим. Вот мухи мне тоже нравятся. Ну, в смысле, в самой ферме. Вот эти вот все звуки. Иногда просто не хватает звукового. Два комбайна у нас? Серьезно? А зачем два комбайна? А, ну одного на наемнику дать, одному так. А по-моему, выбор техники точно такой же, как и на той карте, мне кажется. Только комбайн был один. О, сапоги. Прикольно. В сапогах, что ли, спать? Так, ну, стартовый набор техники нормальный. Ну, хороший даже, можно сказать. Считай, 100, 115. Их вот этот можно, по-моему, до 155 прокачать. Ну, это все можно при желании продать. Так, что, берем технику. Вот такую вот прокатимся. Ну, сначала посмотрим на ПДА, конечно. Да, никаких производств нет. Поля вон какие интересные. Дороги-то... Так, а дорога что? Я даже не пойму. А, вот магазин. Блин, карта, конечно, интересная, но подлагивает немножко. Контракты есть, точек продажи. Но, в принципе, достаточно. А, это кошки там беспредельные. Ну, что такое? Ну, ты смотри, как тут модовый культур. А, это то, что этот маис, хренис. Его надо устанавливать, у меня его нету. Ну что, садимся на технику. О. Довольно интересно. Кстати, у меня, по-моему, что-то камера больно быстро. А, полностью камера игрока. Ну-ка, если 100%. Во, вот так нормально, чтобы картинка не мазалась, разрывов не было. Ну, они будут, но их меньше будет. Так, от этого лица проще. По-моему, в технике тоже надо по 90. Но... Ну, магазин так интересно сделал. Такой домик, и там такой, такая площадочка. Так, выезжаем. А где он? Напротив, что ли, получается, у нас база? Зелененький Prius. Прикольно. Так, откройте. Закройте. Ну, база, конечно. Я более чем уверен, что баз тут много. Я не читал описание карты. Я, в принципе, уже так вижу, что карта, в принципе, неплохая. Но опять-таки, как будет вести себя GPS, как будет вести себя работник на таких полях? Непонятно. Так, подожди, у нас ведь техника... Так, где у нас еще? А, вот еще техника, вот комбайн. Вот еще техника. Тут что, сколько ферм-то? А, ну по сути, где загоны, там и фермы. Ну погнали на следующий. Блин, карта весит копейки. Ну тут, видите, леса много. Ну, в принципе, вроде он FPS особо не садит. Ну как, вообще не садит. Так, это... Нет, это еще не то было.
Ну, по внешнему виду очень напоминает ту карту. Так, это... Это мое, что ли? Ух, ни хрена тут какой домик. Нет, это точно мое? По-моему, мое. Или это вот это мое? Ну, ворота, по крайней мере, открываются. Блин, ну такой заезд прям. Тачанка такая классная. Нет, это, по-моему, не мое. Это просто... Ну, если уж у этого гаража открываются ворота. Ну, не, значит, это мое. Ну-ка. Просто тут так... А, ну это мое, да, это мое. Как раз, кстати, это мое поле, да? Да, это мое поле. Блин, прикольно. Только вот зачем вот эту машину тут ставить? Ну, ее, в принципе, можно удалить с помощью мода на удаление объектов. А, тут не открывается дверь, да? Я такой... Скрыть... Автомобиль Рачет G-Play. Ну, скрой. Не то скрыл. Ну ладно. В принципе, на Мазуре та же самая фигня, кстати. Ладно, поехали дальше. Ну вот этот спуск, вот этот, так, блин, прикольно сделан. Даже вот это вот место, такой вид, наверное. Ну, вид, конечно. Ну, может, со второго этажа нормальный вид, а так, в принципе. Машины, кстати, разукрашены тут некоторые. О, тут вообще аллея такая. Ну, леса много, но, по крайней мере, этот лес никак на ППС не садит. Не давит, точнее. Вот еще какая-то ферма. Так, это здесь? Нет. А, вот здесь получилось. Ладно, заезжать не буду. Корнеплоды. Это свинарик? Кстати, знакомые свинарники. По-моему, да-да-да, на той же карте он был. Да-да-да-да-да. Да-да-да. И выход получается на поле, да? Блин, прикольно. А по-моему, это же то же самое, по-моему, расположение объектов. Ну, по крайней мере, очень похоже. Блин, тут соседа рядом живет. Не, прикольно. Мне уже, в принципе, нравится. Ну, это первое впечатление, конечно. Может, потом надоест быстро все это. Ладно, поехали дальше. Ох, ты ж, блин, как меня пинануло. То, что тут такие поля. Че, реально в Польше такие поля, блин? Блин, ну тут прям мажорики какие-то живут. Посмотри, какие дома-то, елки-палки. Так, за мной тут погоня уже. Ладно, погнали дальше. Блин. Но это смотр, это не обзор карты, это смотр. Мы просто едем и смотрим, что тут вообще на этой карте происходит. Для карты, которая весит меньше 300 мегабайт, выглядит все очень круто. Но, по-моему, я читал описание мельком, и там что-то писалось про реальное расположение. Эта темнота меня не пустит, да? Да. Подожди, да я... Отъеду, ты меня сейчас прижмешь, собака. Так, а куда нам сейчас ехать-то? Можно... Вот тут, по-моему, кстати, сразу поворот. Можно вот отсюда вот так вот проехать. Или вот так вот. Давайте попробуем. Где-то тут сразу должен быть поворот налево. Не все же нам по хорошим дорогам ездить. Надо посмотреть, какие у нас... А, видите, уже текстурка наложена. Вот на Бухалово было бы круто положить такую дорогу. Ну, если бы, конечно, смотрелось. А, смотри-ка, она неровная еще. Ну, это не особо чувствуется, тем более на баге, у которого подвески вообще нет. Чисто резина амортизирует, которая не амортизирует даже. Задники, кстати, тоже довольно-таки интересно сделаны. А у меня сейчас освещение базовое стоит, да? А если выключить... Ну, все такое немножко такое... Немножко такое. С таким освещением я уже привык, честно говоря. Так, едем дальше. Наверное, так же по прямой сейчас едем. Блин, ну... Поляки, Бразилия, вот... Бразильские карты. Какие еще?
Наши некоторые, вот они вот реально крутые. Ну, в смысле, не крутые, вот именно вот этот стиль. Прям. Тоже похоже на наши, но у нас, конечно, таких полей нету. Ну, может быть, и есть. Но таких узких точно, я думаю, нет. О, ну вот тут прям... Прям красота, вот прям чувствуется, так и хочется и выйти, и прогуляться. Так, идешься тихонечко утром, время всего лишь 8 утра. Машка, наверное, еще не жрет. Ну вот, ну просто, просто вот бери и делай превьюху. Правда, она смотрится как-то не очень, учитывая, что тут, баги находится, а не трактор какой-нибудь. Ну да ладно. Там, кстати, какие-то здания, и они почему-то не помечены. Что это за здание? Подожди, здесь что, поворот? А, да, это как раз к тем зданиям. Ну-ка, что за здание? Ну, раз они не помечены, там какая-то заброшка, или какая-нибудь ферма старая. Ну, раз там... Да, это, наверное, старая ферма. Ух ты, ни хрена себе, целое кирпичное здание какое-то. Ну, реально, заброшка какая-то. Не хотел бы я тут ночью ездить. Так, тут, походу, уже разбирали здания какие-то. Там, смотрите, 315-е поле, как одно прям среди леса, блин. И ведь, заметьте, все заросло уже. То есть это... А вот это, по-моему, сбрузды коровник. Очень похоже, по крайней мере. Блин, высокое такое здание-то. Блин, вроде бы не нужно абсолютно это здание, но какую-то атмосферу оно придает этой карте. Хотя ты, по сути, я тут даже если буду проходить когда-нибудь эту карту, а я, наверное, скорее всего, не буду проходить, короче, не буду гадать, то, ну, не знаю. Так, ну тут, получается, у нас идет уже, тут уже черное, тут сюда, наверное, уже нельзя. Нам, получается, назад и опять налево, да? Вот видите, столько деревьев, и хоть бы хрен, блин, FPS упал. Почему с нашими картами, с некоторыми, особенно которые нужно покупать, такая вот фигня? Вот, Мазури, например. Мы уже сколько на их серии торчим, и все нормально. Небольшая прогрузка, конечно, есть, когда я подъезжаю к базе, но это вообще ни о чем. Вот поэтому, блин, у меня нету желания вообще никакого покупать наши карты. А в принципе уже и не будет, потому что все, уже 22 ноября, 930 рублей, все, 22 ферма, все. Ну, 19 я сразу, конечно, не буду заканчивать. Но, блин, если 22 ферма прям затянет, то, увы, да. О, кстати, надо... Так, секунду, это я сделаю для превьюхи. Так, это уберем. Все, чтобы скрин PDA сделать еще. Ну, не скрин, а эту, на обложку. Да, короче, не парьтесь, это вам не нужно знать. Просто, как всегда, забуду или не успею сделать. Кстати, мы вот катаемся, а я даже цены на поля не смотрел. Ну, уверен, раз это Польша, то они недорого стоят. Тут есть, в принципе, даже микроскопические. Блин, деревьев тут на стадионе. Ну, хотя весной тут будет все такое мрачное. Да. Но осенью тут будет охрененно. Вообще. Тут настолько охрененно будет красиво, что просто... О, что захочется просто осень поставить на все 24, по-моему, дня. Или 26, или 29, не помню уже. Никогда не ставил так много. Для меня 9 дней уже еще много. Ну, когда начнем стримить, можно будет, в принципе, даже и на 9 ставить. Блин, ну... Ну, карта, по-моему, больше, чем 2 на 2. Она, наверное, 4 на 4. Если не больше. Блин, ну тут чувствуется, что автор прям приложил как-то, не знаю, свою... Руку, так сказать. С душой, так сказать, сделал карту в какой-то степени. Потому что едешь и прям... Такое ощущение создается, что прям по реальной местности едешь. Нет, карта явно больше 4 на... больше, чем 4 на 4. Тут прям зуб не надо давать.
И Вангой не надо быть, и... Хрен знает кем. Так, подожди. Так, ну мне, наверное... Наверное, сюда? А, нет, не сюда. Ой, нет, не сюда. Просто там дорога же видна. Почему меня тут не пускают? А, моя зеленая точка-то видите где? И сама направляющая. Да, все правильно. Ну вот, уже и трасса. Сейчас, получается, мы объедем по трассе еще и, в принципе, все. Основное мы все видели. Можно, в принципе, на... Ну, в принципе, на точке... Можно сверху пролететь над этой аллеей. О, нифига, тут брусчатка такая еще. В эту сторону, наверное, нет смысла ехать, хотя... Тут вот еще дорога. Давайте прокатимся, мне не жалко. Мне самому интересно. Я могу это все и за кадром, в принципе, посмотреть. Ну, кому-то же лень скачивать и устанавливать, и запускать, и покупать машину, еще что-то делать, ехать куда-то, рулить, блин. Проще ведь смотреть, как кто-то другой. Хоть и не всегда совпадает желание, так сказать, у зрителей у меня. Например, посмотри налево, а я посмотрю направо. Точнее, наоборот. О, нифига. Вот я гонщик. Ветер в харю, я это самое, да? Мне, кстати, как-то раз предложили записать сталкера 18+. То есть вообще не сдерживаться. В плане эмоций, так сказать. Ну, я пока не знаю. Пока один человек только это предложил. Сталкера, тем более, с Марса нету его. Ну, что-то как-то просмотров нету, поэтому хрен его знает. Блин, ну карта четкая. О, что там, кто-то в аварию попал. Надо помочь. Ну, или посмотреть хотя бы. Заснять, в ТикТок выложить. Ну-ка, ну-ка. Блин, и забор-то не... А, нет, забор есть. О, чувак, ты там яйца, что ли, еще вез? Можно я заберу? Спасибо. Как ты так умудрился, чувак? Блин, ни хрена ничего не видно. Ну ты этот самый, вызывай эвакуатор. Как так умудрился? Вроде нормальная дорога. Ну а мы тем временем едем дальше. А сделаем так, доедем до... Че, может 15 минут? Так... О, долго она сохраняется. Долго. Доедем вот... Ну куда-нибудь вот сюда, до этого озерка, до пятого поля и все. Ну и там полетаем над аллеей. Ой-ой-ой-ой-ой. Дома такие в Польше интересные. Необычные, по крайней мере, такие вот квадратненькие, аккуратные прям. То как балконы как-то странно выглядят. Так, где там поворот-то наш? Ага. О, тут даже знаки есть. Предупреждающие. Вот, давай поворачивай, а то темная сила тебя поглотит. Блин, ну эти маленькие узенькие поля, ну... С одной стороны, это круто. То есть ты можешь потихонечку скупать одну местность. Да, поехали, давай. И потом все это объединить, распахать, и у тебя будет одно мегаполище. Ну, я примерно говорю про это. То есть вот это все можно соединить в будущем. Даже вот это соединить, и можно даже вдоль ходить. Сколько они, наверное, стоят? О, ни хрена. А что такие дорогие поля-то? Вы что? 48 миллионов? Знаете что, потом мы поедем назад и прокатимся вдоль этого поля. Подожди, тут... В смысле тут? А, они сразу продаются. Я думаю, как у меня так, 182, 184. Блин, ну... И эта карта не такая уж и плоская, если так посмотреть. По крайней мере, дорога тут сделана не так, как на Бухало. Точнее, на Бухало ее вообще нету, блин. Ну, я, конечно, не все успею посмотреть на этом смотре. Поэтому остальное вы сами посмотрите, скачайте. Фанаты польских карт или, по крайней мере, СНГшных оценят эту карту. А то что-то я давно не смотрел никаких карт. Вот сейчас до этого Бухало посмотрю. В принципе, тоже неплохая, но пока просто отложил ее на дальнюю полочку под названием карты FS.
Причем там карты не было, по-моему, была какая-то английская давно уже. В смысле, ты что? Ух ты ж, блин, вот это полет. Где я оказался? Так, земля. Слушай, тут поля-то, смотри, какие кривые. Ну, в плане рельефа. Не, зачем нам туда ехать, в принципе? Вот, даже кто начнет развиваться, никто не захочет. А хотя, подожди. А, ну я думаю, если поля далеко, то хотя бы цены будут пониже, но нет. О-о-о-о, 100% суглинок. Вот это круто. Ладно, поехали. По-нашему. Так, вот тут хрен пойми теперь. Это вот наше поле или нет? А, видите, направление как идет. То есть, да. Тут, получается, наемник будет ехать вот, вот строго по этим линиям. Ну, скорее всего. А, ну поля волнистые, такие немножко кривые. Блин, вот это круто. Вот это реально круто. Так, я точно по своему полю еду? Да. Вот эти вот два поля мои, получается. Ну, я теперь начинаю понимать, почему они стоят 48 миллионов, эти два поля. Вы длину-то этого поля видели? И это я еду со скоростью 60 км в час, напоминаю. А обычно тут с оборудованием какая скорость? 10, 15, 20. Да. На старте нам дают поле. Ого-го, какое немаленькое. Так, а вот тут у нас... А здесь, получается, знаете, что нужно делать? Тут, получается, нужно покупать вот такой вот аппарат, тоже с официального сайта скачать. Ну, или в аренду брать. Как он там? Мульчер или мюльчер. Он все это измельчает, все это делает, тык-тык-тык, и все, вообще красота. И потом уже, не знаю, плугом или культиватором, или дисковым культиватором. Хотя, наверное, возможно, это все можно культиватором зафигарить. Кошки опять бегают. И вот наша база, получается. Это основная. Тут комбайн есть. Ну, тут так, бац, подъехал. А это что такое? А, здесь не обязательно проезжать, да? А, так этот... Подожди, с той стороны тоже получается. Секунду. Ладно, заглушил уже. Пойдем сходим. Я думал, к соседу, оказывается, это все наше. Ну, что у нас? Прицеп. Ну, тут так все заросшее. Как вот ты только приехал, начинаешь все это развивать. Вот это тоже круто. Мастерская даже есть. Да ладно, дрова за окном. Не открывается. Скрыть один. О, Собакин. А где Собакин? Собакин, наверное, да. Нету его. Домик. А, вот, наверное, это сапоги наши, да? Тут можно поспать, да. Прикольно. А, так по сути... Да, это все наше. Тут даже ворот никаких нет. Блин, надо будет превьюху какую-нибудь замутить. Вот именно связанное с этим местом, да. А, ну, так, секунду. Пролетимся, посмотрим сверху. Режим дрона активировать. Это тоже наш, что ли? Потому что вот культиватор лежит. Ну-ка. Ну да, это по сути тут можно спокойно в мультиплеере работать. На в основном польские карты на это и рассчитаны, если так посмотреть. О, это что такое? А, это дома. Не, ну вроде, смотрите, я... А, ну смотрите, у них дальность прорисовки-то какая маленькая у этих домов, видите? Вспомните эту Новгородовку. Там они за всю карту прорисовывают, у тебя FPS просто в жопе был. Ну вот некоторые объекты я вижу там прорисованы, ну видите? Ну если я даже опущусь. Ну да, получается с FPS-ом тут, по идее, никаких проблем не будет. Еще одна ферма. О, каких ферм-то тут, елки-палки. Это у нас Вальтер тут стоит. Ну да, драмон типа аэрокарта. Блин, ну деревьев тут насадили, ты просто капец, блин. Блин, ну это место мне просто нравится. Вы просто смотрите, вы просто берешь вот так вот, хоп. Вот так вот, хоп. Во, все, превьюха готова, по сути. Но я хочу туда трактор еще подогнать, чтобы еще красивее было. Так, мы сверху смотрим все это.
Вот тут прямо точек продажи прям до хрена. Вот на такой карте можно было, конечно, и песка намутить автору. Блин, ну поля, конечно. А вот и, кстати, комбайн. Вот еще одна ферма. Так, это у нас... Где дорога-то? А, ну это какая-то простец. А что это вода в загоне? В этом, в силосной яме вода, что-то прикольно. Ну это да, это вообще простенькая ферма. Но тут, по-моему, коровник как раз. А это что такое? А, это БГА. Что-то я даже не заметил, сколько она стоит. 4 ляма. Но она получается... А, ну да, сюда можно продать, но силосные ямы не получится использовать. Блин, это даже БГА, смотрите, как, ну, атмосферно, что ли. Блин, я, наверное, мог что-то еще пропустить. Да, в принципе, нет. Тут основное все тут, по центру. Продажи картофана. Да, песка тут, конечно, не хватает. Ну, в принципе, все. Посмотрели. Пробуйте, качайте на официальном сайте. Она есть. Ссылку я скину, конечно. Конечно же. Все, посмотрели. Всем спасибо за просмотр. Лайки, дизлайки, все такое. Там ссылка на донат, на монитор. Разберетесь. Все, всем спасибо. Всем пока. Еще раз спасибо. Все.